Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, действительно, практически месяц с того момента, как мы получили поручение председателя правительства, шла эта работа, большое количество обсуждений, 4 варианта. Двух разделов, 50 пунктов первый раздел, 86 пунктов второй раздел. Граница весьма условна, она по исключению стабильности социально-экономического развития, с одной стороны, а с другой стороны, по выработке мер по выходу на траекторию устойчивого экономического роста и устойчивого повышения социального благосостояния. Но не второе развитие. Я верю в нее. Разбойное нападение. Есть раненые. Нужна помощь. Димон!